фамилия? Я Горевская Тамара Ивановна. Тамара Горевская, да? Огоревская Тамара Ивановна. Огоревская, жительница улицы Целинная. Ну да, вот я вот в этом доме. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас есть управляющая организация или нет управляющей организации? Я не знаю. Вы не знаете? Я здесь живу, я не знаю. Счета вам доставляют, доставляют. Вы оплачиваете за содержание текущий ремонт? Ну, конечно. Кому вы оплачиваете? Кого? Ну, кому именно? Нет, вы можете просто за свет оплачивать, считай, на газобыт или еще куда-то. А платите именно за содержание текущий ремонт жилья? Управляющая есть у вас? Ну, они не пустят. В общем-то, эту квартиру я купила внучке. Внучка у меня в Москве живет. Вот я здесь 4 месяца всего живу. Вы сказали, что кто-то из какого-то дома. Вон из того дома. Они сегодня натаскали здесь. Жители сами или управляющая организация, или кто? Жители. Все, спасибо.